Ансамбль «Дагестан» вернулся из Арабских Эмиратов, где принимал участие в фестивале народного творчества. Вместе с нашими танцорами на одной сцене выступали и коллективы из Египта, Индонезии, Узбекистана и Киргизии. Как встретили зажигательную лезгинку, расскажет Патимат Бурзиева. Эти гастроли в начале зимы для них оказались довольно жаркими. Неделю дагестанские танцоры выступали в Арабских Эмиратах. И каждое их выступление сопровождалось бурными овациями. Мы представляли получасовую программу, учитывая, все другие коллективы там участвовали. Но большим успехом. Вот когда наш коллектив выступал, очень много народу собиралось там и ждали. Талантливый коллектив заметили в Турции и пригласили поучаствовать в фестивале народного творчества уже в Эмиратах. С тех пор четвертый год подряд ансамбль «Дагестан» – почетный гость города Шарж. Все это началось с Турции. Вот, Турксой, международная организация Турксой, нас приглашает каждый год в Турцию. И они интересовались лучшими коллективами. И оттуда мы попали позапрошлом году арабская страна Султанат Оман. В маленьком кабинете Дабая Дабаева огромное количество грамот, кубков и памятных сувениров. Но это лишь малая часть всех наград, заработанных коллективом за долгие 80 лет. Именно столько ансамблю исполнится в следующем году. Один из самых старейших коллективов – это «Песни танца Дагестан». На базе «Песни танца» создали новый коллектив, вот, молодой состав. Коллективу в следующем году, в 2015 году, исполняется 80 лет. Готовимся к юбилею. Вот. В 1935 году был создан этот коллектив. Это только на первый взгляд кажется, что танцевать лезгинку сможет каждый. Но для того, чтобы танцевать так легко и эффектно, нужны годы репетиций. Ирина в ансамбле танцует уже 10 лет. Гастролировать приходится немало. Но к подобной нагрузке девушка уже привыкла. Последние гастроли она запомнила особенно. Мы всем очень понравились, все были в восторге от нашего коллектива. И нам там было мы были в восторге от всего. Нас очень хорошо встречали, аплодировали, были зрители очень теплые. Власти города Шарж настолько были потрясены талантом дагестанских артистов, что прислали им благодарственные грамоты. Но в конце декабря ансамбль ожидает большое событие – переезд в новое здание. А еще гастроли в следующем году не только в соседние республики, но и за границу. Индонезию, Турцию и, конечно же, вновь в Арабские Эмираты. Патимат Бурзиева, Гусейн Кулиев. Время новостей.